За ковер не уходим, боремся на ковре в центре. Музыку не включать. 2 балла, Пастухов. Если Пастухов набрал 8 баллов, сразу меняйте. 8-0, 9-1, 10-2. 8 очков разрыв, все. Да, Зара, пусть через плечо его копают, чтобы не давал. Ну, садись, колен не считается. Только коснулся коленом, а потом сюда, под зубок, в лоб считается. Примерно там поставили, где-то где-то. Здесь ноги могут протерпеть. Вот так. Считается удержание.
Да, а сам во мне между ног считается удержание. Считается раз. Да, между ног считается раз, два, стоп. Как его? 8 секунд. Активность за удержание. Не рискуй, Игорь. Если нет, делай то, ты что делаешь, постарайся ответить. Разрешаю держать односторонний захват, за пояс держать. Пояс, пояс, сдвинь прямо в пояс, впереди убить. Мало не знаю даже, вряд ли. Держать. Нет, пока нет. Считается, удержание, раз, два, четыре, пять, семь, еще раз, кто-то встает в стойку, вот две пары, стоп, вот только это, встает и стойка, кто-то из вас устал, возьмите пояс, подлежите, залежите, и отдохнете, и снова начнете, по крайней мере, уходите. На ковре. Раздышили. Спокойненько. Вдох выдох делаем. Задышили. Стоп! Крик любой, не спать, не спать, не спать, не спать, не спать.
Делай дальше. Переворачивайся на живот, я добрала. Вот чуть руку ниже мельницы.
Не надо другие броски делать. Высоко, ниже. Ниже мельницу. Правильно ручку взял. Не за пояс, а за руку. Сверху за руку. Только мельницу. Как только будешь другие приемы делать, сразу будет включать. Стоп! Стоп! Закрывал. Только мельницу, если ногу, то чтобы чуть понятно не было. О, а мы что? О, смотрите, сейчас. Время идет. Все. Моя задача скрывать. Физически сильно. То есть взять скрывать. Это рука здесь, или эта рука. Или можно вот так сделать. Скрывать. И скрывать. Хоп, не лезть. И не скрывать. Хоп. Не получилось и не получилось. Значит, залечать, как встаешь, он начинает атаковать, ты теряешь, потому что он сзади. Вау.